Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Закажу и покажу». И сегодня у нас будет вот такая вот посылочка из Китая, с Алиэкспресс, как всегда. Вот такой вот здоровенный пакет. И здесь у нас должен быть очень интересный планшет. Ну что, давайте открывать. Кончился у меня маркер, заклеил вот таким вот стикером. Так, давайте. Так, я даже не знаю, с чего начать. Давайте вот здесь. Так, у нас, значит, планшет Show стоил $114 и 30 дней. Ой, нет, вру, не 30. Да, стоит 30 дней. Месяц, короче, Show. Вот, Show из Китая. Вот, трек номер отслеживался. А по России, вот по России, кстати, двигался очень быстро. По России двигался службой SDEC, по-моему. Вот, принес мне его курьер, принес на работу. Очень мне понравилось работать с этой курьерской службой. Потому что, ну, во-первых, мне нужно было как бы не на мой адрес, на адрес на рабочий. То есть, ну, когда звонили, подтвердили, куда принести, и без вопросов принесли на рабочий адрес. Ну, очень приятно, девушка звонила, то есть, ну, сообщала, что, где, когда и кто придет. Ну, короче, остался доволен я этой курьерской службой. Принес курьер прямо на работу. Так, ну, вот такая вот упаковочка. Да, у нас планшет идет уже сразу... Идет родной чехол, это мы еще посмотрим. Ну и какие-то тут ништяки нам продавец положил. Thank you, вот такая вот спасибо. Оригадо, это по-бразильски, спасибо по-русски. Ну и дальше не знаю, какие тут языки. Вот такая вот. Если кому интересно, почитайте. Продавец также был любезен, на все вопросы отвечал. Очень понравилось мне общаться с ним. Все-таки планшет такая покупка достаточно серьезная. Ну, такие вот переходники. Где-то уже были таких, кто-то присылал. Вот, продавец очень дружелюбный и отвечает все быстро, вовремя. Ну и стилус для планшета вот такой вот. Какой, помню, даже такие заказывал на Алиэкспресс как-то. Ладно, давайте открывать. Видим, что... Так, фирма Кослам. Вот тут какие-то адрес производства. Made in China. Все запаковано. То есть упаковка планшета не нарушена. Давайте откроем. Прям при вас первый раз открою. Хотя я просил продавца проверить, работает ли планшет. Вот. Конечно, тут немножко он подвел. Хотя он мне обещал, что обязательно проверит. Вот, ну, как видим, не проверил. Либо он потом как-то наклеил, не знаю. Хотя, смотрите, планшет перевернут. Возможно, все-таки, да, они проверяют. Просто потом как-то упаковывают обратно. Так, смотрим, что у нас здесь идет. Да, да, да. Вот видим, лежит у нас зарядочка и вот ЭГ-подарочек. И также пленка. Ладно, это все мы в сторону. Пленочка пригодится, естественно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Я думаю, это идет именно продавец вложил, а не... Так, вот, ну, очень... Так, вот такой вот адаптер питания. Угу. Так, значит, здесь у нас 5 вольт, 2 ампера. Читал в отзывах, вроде не очень хватит. Говорят, быстро он выходит из строя. Кабелечек. Вот такой вот тут ЭГ. Чем-то похоже на зарядку от фирмы Kubot. И от ЭГ кабель. Так, ладно, это мы в сторону. Давайте посмотрим же сам планшет. Так, это пока уберем. Планшет, значит, что по характеристикам-то? Android 6.0. 4G, 10 дюймов. 1920 на... 1080 IPS экран. Так, где у нас кнопочка включения? Так, кнопочка включения. Так, видимо, вот она. Вот, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Все, включается.
Модель Косвам КЛ-1084. Ну и аккумулятор здесь идет на 5000 мАч. Давайте посмотрим, значит, что у нас здесь. Фронталочка идет. Планшет идет в черном цвете. Там еще, по-моему, был белый и серебристый. Не серебристый, а под золото. Слушайте, такой еще... подождите. Вот здесь алюминиевая. Алюминиевая крышка. Прям чувствуется, что холодная. Отверстие под динамики, как можете видеть, да? Проверим еще насчет того. Так, вот это вот пластик, вот это вот металл. Так, ладно, открываем. Так, слот под две SIM-карты и слот под microSD-карт. Один слот поддерживает частоты там 3G, 2G, а второй 3G, 2G и 4G. Так, все это закрываем. Нам это пока не надо. Также основная камера, вспышечка идет. И здесь у нас гнездо для зарядки. Да, и вот эта, кстати, рамочка, она тоже идет металлическая. Прям чувствуется холодок. Ну, слушайте, по внешнему виду все просто шикарно. И отверстие под микрофон или кнопка Reset пока не могу сказать. Думаю, это микрофон. Так, ну что? Планшет у нас загрузился. Так, нет, давай. Пленочка здесь такая, ну, так себе наклеена. Так, кстати, хочу посмотреть по краям, потому что люди жалуются, что тачскрин не очень приклеен. Слушайте, ну, нет, по сборке мне все нравится. Здесь пока придраться не к чему. Блин, палец вообще отвратительно ездит по экрану, но пленку отрывать не буду. Так, пожалуйста. Так, About Tablet. Вот, видимо, версия Android 6.0. KL-1084 это модель. Ну и вот, пожалуйста, другая информация. Так, давайте, так, Language... Выберем, посмотрим, есть ли русский язык. Угу, русский есть. Все, назад. Что-то какие-то подлагивания, да, если вы можете заметить. Так, Wi-Fi включаем. Угу. Так, так, включили Wi-Fi. Смотрим, показать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подключиться. Так, подключено без интернета. Почему без интернета? Что-то у меня с роутером не так. А, нет, все подключено. Так, давайте послушаем громкость. Как у нас эта машинка будет воспроизводить звук. Так, все. Так, это у нас... Блин, очень неприятная пленка здесь наклеена. Вообще палец по ней не едет. Так, блин, какую-то нам надо подлиннее песню. Ну-ка. Не успеваю её понять. Слушайте, вроде все-таки два динамика у нас здесь все-таки стоит. То есть получается стереозвук. Так, ладно, надо какую-нибудь более длинную композицию, чтобы послушать. У меня сейчас ничего нету. Так, apps, что у нас тут здесь есть? Есть ли у нас этот Android Market? Так, Play Market есть. Это уже... Хорошо, я считаю. Так, просит пароль, это нам не надо. Так, ютубчик. Давай-ка ютуб. Не сейчас. Так, сейчас какой-нибудь... О, что бы запустить-то? Ой, что бы включить такое? Так, ну-ка. Машину по хорошей цене.
уважение автору. Друзья, нет. Все-таки звук здесь у нас не стерео. Звук идет вот с этого вот динамика. Так, ладно, выходим. Так, блин, бесит эти все разрешения, нафиг надо. Так, что еще посмотреть? Давайте диктофон включим. Проверим, как пишет звук. Раз, два, три, четыре. Записываем звук на планшет Кослам. Тест для канала «Закажу и покажу». Так, сохранить. Угу. Раз, два, три, четыре. Записываем звук на планшет Кослам. Тест для канала «Закажу и покажу». Так, ну что, нормально звук пишет. Чистенько. Так, ну как видели, да, YouTube уже работает. Все гугловские приложения стоят. Камера. Давайте по камере пройдемся. Так, это у нас основная. Смотрим. Ой, какой все здоровый, блин. Слушайте, вроде даже камера годная. Так, ну-ка, фоточки. Ну, смотрите, друзья. Вообще годная камера. Можно, наверное, даже что-то фоткать. Особенно солнечную погоду. Так, ладно, назад. Перевертываем камеру. А вот и я, всем привет. Ну, селфи-камера, конечно, здесь так себе. По сравнению с основной. Ладно, назад. Так, 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 так. Ну-ка, телефон, звонилка есть? Слушайте, да, звонилка есть, то есть, походу, с него можно и звонить. Ну, блин. Так. Ну что, я не знаю, что здесь еще посмотреть. Вроде вот так вот на первый вид. Конечно, мне планшетик нравится. Яркость. Давайте на всю яркость проверим. Ну, вот так вот как-то получается, да? Ну-ка, обои другие поменять, если. Так, ну-ка, обои. Разрешить. Что-нибудь поярче. Ну, смотрите, вот такая вот картинка. А вот это вот и оставим. Ну, слушайте, картинка реально приятно радует, так скажем, глаз. Конечно, на 10 дюймах видно, даже при Full HD видно пиксели, но, опять же, не так это бросается в глаза. В принципе, нормально. Ну что, в основном здесь обычный стандартный Android. Что еще сказать? Здесь процессор у нас 6735 AMD IPS. Матрица, это я уже вроде говорил. 2 гига оператива, 16 встроенный, 4G, Android 6.0. Все. Больше я не знаю, что вам про этот планшет сказать. Не знаю, даже буду я записывать обзор на него. Потому что в последнее время что-то обзоры не очень мне нравится пилить. И народ их что-то не очень смотрит. Вообще что-то электронику, по крайней мере, на моем канале не очень смотрит. Ну, кстати, крышечка так это не нагрелась, как она, ну, стала примерно, как вот я руками трогал, примерно температура тела. То есть не грелся, ничего. А, еще вот джек 3.5 идет для звука, для музыки. Ну что, мне нравится. Хороший планшет, как я уже сказал, $114. Это где-то около 7 тысяч рублей, если на русские деньги, на российские рубли. Ну и все, мне все нравится. Сборочка отличная. Единственное, что, конечно, напрягает, то, что фирма No Name, ну не No Name, какая-то малоизвестная. И в случае, там, не знаю, прошивку какую-то найти на него, будет ли это вообще возможным. В случае, если эта прошивка будет как-то глючить, косячить. Так, слушайте. А есть ли у нас обновление системы? Вот что я подумал. Вы используете самую последнюю систему. Ну, вроде все. Все, что знал, друзья, все я по нему вам рассказал. В основном, конечно, надо тестировать и записывать либо отдельный обзор. Вот.
Так, ну это у нас память. Записывать по нему отдельный обзор и уже смотреть, что к чему. Ладно, пишите комментарии, спрашивайте, если кому-то что-то интересно, в комментариях отвечу, что да как планшет себя ведет там при разряде. Все. Но все равно я его протестирую, вопрос только в том, буду ли я записывать обзор. Ладно, всем спасибо за просмотр, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте, оценивайте лайки, оценивайте видосы, ставьте лайки там. Да-да-да, блин, что я собрался-то? Я же не посмотрел, какой у нас этот идет комплектный чехол. Блин, я уже, конечно, туплю, потому что уже время позднее. Так, время уже позднее, уже первый час ночи. Я очень устал. Но обзор надо. Ой, распаковочку-то надо записать. Так, стоп. Вот, вставляем. Вставляем. И опа. Вот так вот. Слушайте, ну вообще жир. Причем. Так. Слушайте, вот такой вот получается. Вот. Вот так вот он выглядит. Так, хоп, открываем. Как тут у нас это все делается-то? О! Пожалуйста, поставили. Ну, обычный чехол, что тут говорить. Ну, и вот такая вот еще у нас есть. Это вот, хоп, чтобы не раскрылся. Так, ну как. Так, камеры. Ой, камеры. Так, он нормально, чехол не мешает. Так, передняя нормально. Ну все, да, чехол нормально, ничего не мешает. Ну, конечно, вот пользоваться-то неудобно. Вот считай, чтобы нажать уже здесь вот как-то вот неудобно. Ну, в принципе, сойдет. Вот такой вот. Кнопочки все, ко всем кнопкам доступ есть. Слот под сим-карты, конечно, надо открывать. К зарядке тоже есть. Ну, нормальный, годный чехол. Ну, все вместе стоило $114, друзья. Ну, в принципе, нормально, за свои деньги очень даже неплохой планшет. Ладно, будем тестировать, все, ухожу, то уже прям засыпаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ждите новых видео. Всем спасибо, удачи, пока-пока.